Доброго времени суток, друзья! С вами Любовь Колоскова. Сейчас делаем небольшой обзор рекламной площадки по заработку биткоина в интернете Bitcoin4U. Эта площадка в интернет зашла в конце сентября 2016 года. Я в нее зарегистрировалась несколько дней назад. Деньги получаю. Все отлично. Что я хочу рассказать? Друзья, реальность на сегодня такова. Вы видите на картинке. Кто, друзья, живет, ничего не ищет, ничего не добивается, получает крохотную пенсию и мечтает, что деньги упадут с потолка, или ищет работу в интернете, ищет работу, кто в интернете ищет, кто работу ищет на земле. Друзья, мы нашли работу. В частности, я нашла работу на рекламной площадке для заработка Bitcoin4U. Сайт имеет вот такой вид. Вы видите сейчас вот желтенькие квадратики в центре. Первая – это главная страничка, второй – план А, план Б, С. Зеленая – это площадочка, зелененькая площадочка – это реклама. Здесь мы даем свою рекламу. Красная площадка – это мы видим, если вы нажимаете на эти кнопочки, вы видите, какие страны здесь участвуют. Следующее, кто сейчас получает деньги. И желтый квадратик – это помощь, онлайн-помощь, которая работает круглосуточно. Что еще я хочу рассказать? Я хочу рассказать, какие же страны участвуют. Участвуют страны на этой площадке. Вы, нажав на кнопочку, на розовую кнопочку, кто здесь участвует, смотрим. Обратите внимание, на первом месте у нас находится Вьетнам, 1191 человек. Индия, Нигерия, Россия на четвертом месте, 287 человек. Так что, друзья, мы в начале, непаханное поле. Украина 99, ну и остальные. Здесь более 200 стран. Здесь имеется три тарифных плана. Рассмотрим, что такое план А. Вход в план А составляет 0.2 биткоина. Мы приглашаем здесь людей на первую линию. Каждый человек приглашает к себе людей на первый уровень. На первом уровне может быть от одного человека до бесконечности. Здесь таблица нарисована из 10 человек. Это примерная таблица. Если вы пригласите 10 и каждый пригласить по 10, в правой стороне вы видите общий доход. Друзья, если вы пригласили одного активного человека или два активных человека, вам деньги будут идти с 8 уровней. Первый и второй, когда мы отправляем деньги, мы отправляем от администрации. Каждому человеку приходят деньги на биткоин-кошелек от его партнеров до 8 уровня по 0.02 биткоина. Это примерно 1,5 доллара на сегодня. Следующий план Б. План Б. Здесь вход составляет 0.1 биткоина. Всего здесь, друзья, 4 уровня. 4 уровня. Уже первый партнер вам приносит возврат ваших денег. Нет никакого риска, согласитесь. Посмотрите таблицу. Пригласили 2 человека. Это не обязательно. В план Б входим на пассиве, друзья. Все партнеры, зарегистрированы в группе в плане А, постепенно заходят на тариф Б и С. Можно зайти в один день. Сразу, когда вы зарегистрировались, оплатили тариф А, тариф Б и С. Ну, он будет немножко дороже. Заходим, значит, смотрим прибыль. Какая же здесь прибыль? Здесь 20 биткоинов прибыль. Вот, можно посмотреть таблицу. С первого уровня вы получаете 0.06, со второго 0.1 чистой прибыли, с третьей 2.75 и с четырех уровней 20 биткоинов. Если все это сложить в последнюю графу, получается 22,9 биткоина. Причем это можно получать многократно. Многократно. Рассмотрим тариф С. Этот тариф доступен каждому. 0.02 биткоина. Друзья, в рублях это примерно 1000 рублей. Тариф А стоит 1000 рублей и тариф С стоит 1000 рублей. Если вы заходите на тариф С и А, получаете деньги там и там.
План С и Б – это уже без приглашения. Сюда заходят все партнеры с плана А. Смотрим таблицу. Здесь тоже всего 4 уровня. Вы когда оплачиваете 0.02 биткоина, два человека, вставшие к вам, принесут вам прибыль. Каждый по отдельности 0.2, получается 0.4 биткоина. Покупаете второй уровень за 0.03, получаем 0.12. Ну, я таблицу видно, рассмотрите внимательно. Можно посмотреть чистую прибыль. С первого, второго уровня, третьего, четвертого получается 9,83 биткоина неоднократно. Когда закрылся у вас тариф С, вы получили всю сумму, заходите опять на первый уровень. Кто же здесь, кому же мы платим первые 10 переводов, когда мы зарегистрировались? Друзья, посмотрите, там будет, значит, вам оплатить 10 переводов. Первые два перевода идут админу первому и админу второму. Дальше платим, вот, например, кому платит человек, партнер, который станет за мной. Платит, один перевод платит мне, один платит на Украину, третий платит в Германию, четвертый в Индонезию, пятый в Индонезию, шестой – Вьетнам, седьмой – Вьетнам и восьмой – в Индию. Значит, друзья, первый наш партнер, под кем мы стоим все вместе с вами, в частности, здесь стою я, мы стоим под Индией. Ну, вы же видели, что Индия зашла сюда раньше нас и стоит в самом начале. Кто же здесь, друзья, зарабатывает? Здесь зарабатывают домохозяйки, пенсионеры, сетевики, студенты, кто работает в команде, помогает друг другу, зарабатывает еще больше. На сайте видны отзывы партнера. Вы можете почитать и оставить свой отзыв. В интернете я посмотрела отзывы, нигде плохих отзывов я не видела. Вот вы здесь также видите здесь защиту. Раз, три вида защиты. Кошелек биткоин. И в самом низу есть политика возврата. Вот внизу самый левый угол. Друзья, видите, это политика возврата. Если вы в течение месяца никого не пригласили, ни одного человека, и хотите вернуть свои деньги, нажимаете сюда на последнюю кнопочку. И компания вам вернет 50%. Поэтому, наверное, скорее всего, что здесь нет совсем никаких плохих отзывов. Ну, это еще первое. Это вид сайта, кнопочки, где написать письмо. Это в администрацию. Это вот последняя желтая правая кнопочка. Так, что такое, ну, здесь вот, если вы нажмете, что такое политика возврата и как они возвращаются деньги, это вот вы нажимаете на политику возврата в самом низу в левом, которую я вам говорила. Вот здесь написано, что вам возвращается 50% от суммы, если вы никого не нашли. Друзья, кто не рискует, тот не пьет шампанское, знаете. В этом мире ничего надежного 100% нет. Дать гарантию вам кто-то, что этот сайт будет работать 100 лет, никто вам не даст. Но это очень хорошая возможность. Сделайте, наконец, прыжок к успеху и начинайте зарабатывать биткоины вместе с нами. Друзья, биткоины – это такие же деньги, как рубли, доллары, евро, только это биткоины. Мы их меняем в обменнике, выводим на свою карту или на другую карту. Друзья, помните, наши мечты сбываются. Думайте, сделайте, поставьте себе цель. Вспомните, зачем вам нужны деньги, что вы хотите помочь родителям, хотите помочь детям, хотите заработать на отдых. Нужно, друзья, нужно работать. И самое обидное, когда ваша мечта сбывается у кого-то другого, например, у вашего соседа. Друзья, еще раз хочу сказать, сайт шикарный, заработок очень хороший. СМСки идут каждый час. $1.5 с каждого человека с 8 уровней, поверьте, это хорошие деньги. Даже 10 человек, это уже получается $15. Приходите в нашу команду. Вся информация под видео.
обращайтесь, будем работать вместе и зарабатывать вместе. Наши партнеры помогут вам зарегистрироваться, создать биткоин кошелек, если у вас его нет. И зарабатывайте. Риск – дело благородное. Кто ничего не делает, ничего не зарабатывает. И также могу сказать, под лежачий камень вода